Какой белый снег, сколько его выпало. Утром прохладно. Мороза сильного нет, но минус 15. О, дорожку специально прочистили для пешеходов. Ну, сантиметров 15 снега намело. Ну чё, опять кататься будем на КамАЗе сегодня. Давненько я не катался. Месяц точно. Так не заводится эта масса. Да, есть. Да, видно вот эти все краны. Далеко не новые, конечно, но свою функцию выполняют, работают. Там вот все, правда, на проводах каких-то держится, на добром слове. Но вроде работают. О, сразу 4. Сразу 4 мешка. Тут тоже все на добром. Условия, он жилец разный. Там небезопасно, тут в каске надо ходить. Хорошо сегодня, хоть и снега нет, не метет. Да, погода позволяет.
Эй! Ну как мы выглядим с Леончиком, которые проснулись в 5.20? Бодрячком вообще. Беруська тут последние пару дней переписывалась с одним аккаунтом, но я тоже замечал, мне какие-то сообщения приходили. Не вдавался в подробности. А оказывается, Веруська нашла... Ты сама им написала? Нет, получается так. У нас был массаж, Леончику делала женщина, массажистка. И у нее, ну, она тоже ребенку делала массаж, и ребенка как бы, ну, заболевание, и надо было деньги для анализов. Собирали благотворительные, как бы, организации. И она подсказала. И она говорит, ну, как бы, вот так и так. Я говорю, хорошо, я этой девочке, как бы, ну, так, денежку скинула. И подписалась на аккаунт. А там в шапке профиля написано, что они принимают вещи. И я им сама написала, говорю, ну вот у меня есть детские вещи, вам надо? Они говорят, да, все, мы сегодня к вам приедем. Я говорю, ой, давайте во вторник, я их еще не забрала. Да, там вещи где-то Леончика, которые... Ну они все, да, принимают? Это типа... Они принимают все вещи для малоимущих семей, просто у меня только детские. А как аккаунт называется? Я напишу. Там длинное такое немножко название. Я напишу. Вот мы книги сдавали один раз. Это был клуб Добряков. Это другая, да, организация? Это другая организация. Я вот знаю, что они были тоже в 97-й школе проводили благотворительную акцию. Да. Плюс сейчас вот мальчику помогают тоже на операцию в Питере. Тоже мы там скинули немножко. Вот. По чуть-чуть. Все помогают. Да, я поэтому сейчас спущусь и пакеты с вещами вынесу, там, приеду забирать. Как раз, мне кажется, на весну, вот деткам, если надо. Два. Ну, у нас маленькие, как бы, ну, вещи для малышариков, я не знаю, как бы, надо, ну, надо. Тоже всем надо, вещи, надо. Конечно. Конечно, вот. Ну, надо. Да, вот так вот. Ну что, мы уложили Леончика спать и сами тоже собираемся укладываться. Вещи мы отдали, все хорошо. Сегодня что-то мы чуть-чуть подустали, поэтому надо укладываться спать. Леончика уложили, Вероника готовится ко сну, ну и я отправляюсь отдыхать. Завтра новая рабочая неделя, поэтому всем хорошего настроения. Не скучайте, берегите себя, пока.